Здравствуйте. О событиях пятницы 26 июня в материалах корреспондентов программы «Время». Битва Титана. Сегодня с огромным уважением вспоминает все, что сделал для страны и мира Евгений Примаков. Глянцевый пейзаж перечеркнут свинцовым дождем. Атака на туристов в Тунисе. Страшное лето в эпицентре арабской весны. Еще один теракт на газовом заводе во Франции. Вероятно, все готовилось с расчетом на то, что хранилища взорвутся. Бумажные проблемы из прошлого людям помогут решить. Разговор о восстановлении Хакасии после весенних природных пожаров. Поддержку получит и Сочи. Из города ушла большая вода. Жители расчищают улицы и рассуждают о будущем отпускного сезона. Это был марафон при аншлаге. Заключительный день Московского кинофестиваля. Имена лауреатов назовем в прямом эфире. И узнаем, куда сейчас идет циклон с ливнями. Прогноз на выходные в режиме включения из гидрометцентра. Сегодня не стало Евгения Примакова, которому выпало сначала на сломе времен в мировой политике проводить и защищать нероссийские интересы, а потом отвечает за экономику всей страны в непростое для нее время, возглавив правительство. Политику и дипломату мирового уровня будут возданы государственные почести. Указом Владимира Путина создана комиссия по организации похорон. Церемония, которая назначена на понедельник, 29 июня, будет транслироваться в прямом эфире. Примакову было 85 лет. Все, кто его знал, сейчас вспоминают о нем прежде всего как о человеке, с которым считались и соратники, и оппоненты, который не боялся ответственности и всегда на любом посту работал в полную силу. Характер Евгения Максимовича Примакова хорошо иллюстрирует эта сцена в Кремле. Прошлогоднее награждение лауреатов государственной премии. Войдя в зал, Примаков сразу же направляется к микрофону. В последний момент его останавливает Владимир Путин. Ведь впереди еще торжественная церемония. Евгений Максимович по привычке уже сразу быка за рога решил. Евгений Максимович Примаков – политик, журналист, писатель, государственный деятель, поработавший и премьером, и главой Министерства иностранных дел, а даже руководивший службой внешней разведки страны. Однажды мы спросили у Евгения Максимовича, какую свою работу он считает самой важной в жизни. Он ответил – любую. Я никогда спустя рукава не относился к своей работе, где бы я бы ни работал. И очевидно, какая-то черта моего характера, что мне казалось, что это самое важное место, где бы я ни работал. Изучая биографию Примакова, кажется, что он прожил десятки жизней. Вот он в эпоху СССР. Представитель еще генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева везет от него послание президенту США Рейгану. Я передал президенту послание генерального секретаря, которое с большим вниманием было... Смена эпох в мировых отношениях, да и в нашей стране, прошла точно по Примакову. И при этом ни один из политиков, общавшихся с ним в разных ситуациях и по разным, зачастую неприятным поводам, ни разу не сказал о нем ничего плохого. И это несмотря на то, что свою позицию он всегда отстаивал жестко. Не знаю, как русские, но американцы видят в нем несколько важных преимуществ. Во-первых, он был академиком, и также он работал в правительстве. Он знает, что в России возможно, а что нет. К тому же много лет он работал с американцами, он знает нашу психологию. Единицы россиян обладают этими качествами. У Примакова были неординарные аналитические способности. Он умел повернуть решение любой проблемы в конструктивное, а не агрессивное русло. Он не обрывал диалог. Это умение Примакова вести диалог ценили не только на Западе, но и на Востоке. В арабском мире его считали самым авторитетным и разбирающимся в восточных тонкостях иностранцев. На Ближний Восток он приехал еще в качестве корреспондента газеты «Правда». Позже талантливый переговорщик завоевал искреннее уважение практически всех ближневосточных лидеров. Он очень уважаемый человек в нашем регионе, да и не только. Я помню, как во время вторжения Ирака в Кувейт он приезжал по поручению Горбачева для переговоров с Саддамом Хусейном, которого лично знал. И я тогда подумал, если Примаков не убедит его вывести войска из Кувейта, это не удастся никому. Так и вышло. Министром иностранных дел России он стал в сложные 90-е, после развала СССР, когда на международной арене мнение наше игнорировали. Но именно Примаков переломил ситуацию. Евгений Максимович Примаков, если говорить о мировой политике, сформулировал принцип многополярности, который сегодня доказывает свою безальтернативность. А сделал он этот вывод в то время, когда казалось, что наступила эпоха однополярности, и когда
уже закончилась история, и все в мире будет двигаться в одном направлении, плыть по одному течению. В дипломатических кругах тогда говорили, что благодаря Примакову во внешнюю политику России вернулось достоинство. Его хорошие отношения даже с политическими противниками, такими, например, как Мадлен Олбрайт, с которой он оставался дружен до конца дней, стали классикой дипломатии. Лучший арабист мира. Он с Киссинджером на коротке разговаривал, с Олбрайт, ну, со всеми фигурами госдеп США и все остальные. И улыбка такая, как бы, вызывающая к нему уважение, к окружающим. И непререкаемый авторитет во всем. При этом Примаков не любил публичности. Многое оставалось за кадром или лишь вот на таких редких фотографиях с капустников. Вот Примаков, которого за глаза знакомые шутливо звали Примус, устроил вечеринку на одном из саммитов министров иностранных дел в тельняшках. Зная чувство юмора Примакова, Владимир Путин в качестве шутливого подарка однажды преподнес ему тот самый Примус. Если одним словом Евгения Максимовича характеризовать, то это был человеком одновременно очень, он был человеком очень серьезным, заостренным на государственных проблемах, на проблемах текущего дня, на сложностях. А с другой стороны, человек был очень обаятельный. Сейчас вспоминается его роль как одного из выдающихся, я не знаю, как поставить это, падежей, слово «тамада». Он был одним из лучших представителей этого замечательного жанра. И когда он начинал какое-то застолье, то это всегда было весело, всегда было остроумно. Переговоры на самом высоком уровне и принятие сложных политических решений не терпят публичности. В своей последней книге под названием «Мысли вслух» Евгений Максимович, все-таки он был еще и прекрасный журналист, описывал некоторые детали. То, например, что оказался единственным, кто голосовал в 88 году на 19-й партконференции против антиалкогольной кампании в СССР. Что так и не принял шоковой терапии правительства Гайдара. И то, как боролся с лобби нефтяных олигархов, когда стал уже председателем правительства страны, экономика которой дышала на ладан. С начала 1999 года мы будем совершать ежемесячные выплаты с учетом компенсации части потерь граждан, которые они понесли в связи с ростом цен и девальвацией рубля. Не скрою, это решение правительству далось нелегко, имея в виду, что мы опираемся на мобилизацию и перегруппировку имеющихся возможностей. Но обманывать никого мы не смеем. Госдума тогда утвердила Примакова как компромиссного премьера, то есть того, кто устроил в те сложные времена, грозившие России социальным взрывом, все политические силы страны. И он справился. Резко пошло вниз число забастовок. Резко пошло вниз за эти 8 месяцев. Это весьма важный показатель, который свидетельствует о том, что социальная обстановка в стране выправляется. И, конечно же, сегодня можно говорить о том, что именно Примаков тогда, в смутные 90-е, отстоял экономическую независимость нашей страны. Ему в МВФ предлагали разные рецепты, которые сегодня предлагают Украине. Он сделал с точностью наоборот. Он ввел жесткий контроль за потоками валюты. Утром и вечером считали, сколько есть, и не позволяли выгонять деньги из страны. Поэтому мы должны не только поклониться его светлой памяти, но и все сделать, чтобы его дела, его мысли, его заветы, советы и пожелания были воплощены в практику нынешней России. Это будет ему самым добрым и хорошим памятником. Я благодарна судьбе, что я работала под руководством Евгения Максимовича Примакова и в Верховном Совете СССР, и в Министерстве иностранных дел, и в правительстве Российской Федерации. Поэтому не понаслышке знаю, какая это масштабная личность. Это великий государственник, это настоящий патриот, это замечательный души человек. Для меня он всегда был, если останется учителем и наставником. Нам всем его будет очень не хватать. А еще Евгений Примаков пытался остановить бомбежку Соединенными Штатами Югославии в 99 году. Знаменитый разворот примаковского самолета над Атлантикой вызвал шок у администрации США. Но постепенно и там поняли, что развернулся не премьерский самолет, а вся внешняя политика России. Я летел на экономические переговоры с Гором, с вице-президентом Соединенных Штатов.
И по моей просьбе ГОР мне на борт самолета позвонил и сказал, что принято политическое решение, я понял, о бомбардировках Югославии. Ну что мне в этот момент садиться на аэродром, пожимать руки, вести переговоры по экономическим вопросам? Конечно, нет. В прошлом году уже плохо чувствовавший себя Евгений Максимович Примаков, получив государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, за этой сухой формулировкой оценка его работы на благо страны, снова говорил о будущем России. Сегодня, очевидно, мы вступили в новый этап развития международных отношений, когда не только риторически, но и на практике мы защищаем свои национальные интересы. Сам Евгений Максимович Примаков интересы страны защищал всегда, однажды написав сам про себя вот такие строки. «Я твердо все решил быть до конца в упряжке, пока не выдохнусь, пока не упаду, и если станет нестерпимо тяжко, то и тогда с дороги не сойду». Глубокие соболезнования родным и близким Евгения Примакова выразили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Телеграммы со словами сочувствия и поддержки приходят от многих политиков и общественных деятелей. Вклад Примакова в становление новой России, защиту ее интересов высоко оценили президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, палестинский лидер Махмуд Аббас. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Сербии Ивица Дачич, посольство Франции и Евросоюза в Москве. Лично знавшие Примакова экс-госсекретари США Генри Киссинджер и Мадлен Олбрайт, бывший генсек Лиги арабских государств Амар Муса. О том, что многое из задуманного Примаковым и сегодня составляет основу российской внешней политики, заявили в нашем МИДе. Соболезнования выразил также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Именно он совершит отпевание Евгения Примакова. Похороны, я напомню, в понедельник, 29 июня, на Новодевичьем кладбище. Перед этим состоится церемония прощания в колонном зале Дома Союзов. Сегодня сразу три крупных теракта произошли в разных уголках мира. 25 человек убиты и 175 ранены в Кувейте, где бомба сработала в мечети среди прихожан, собравшихся на пятничную молитву. Ответственность уже взяла на себя группировка «Исламское государство». Радикальные лозунги найдены на флагах, брошенных террористами за сотни километров от Кувейта на заводе по производству газа на юго-востоке Франции. Об этом еще расскажем. Но самая страшная атака сегодня была в Тунисе. По уточненным данным Минздрава страны, 37 человек застрелены на популярном курорте. Владимир Путин направил соболезнования тунисскому коллеге, сообщили полчаса назад в Кремле. Среди 36 пострадавших есть гражданка России. Это предварительная информация МИДа. Хроника нападения у Павла Матвеева. Вот кадры трагедии, снятые на мобильный телефон одним из тех, кто в тот роковой момент оказался на пляже. Отель «Империал» – один из лучших на побережье. 5 звезд, 3 бассейна, первая линия – все включено. В нескольких километрах – древний город Сус, совсем рядом – поселок Эль-Кантауи, разросшийся вокруг известного спортивного порта. В рекламных брошюрах отеля обещают лучшие воспоминания о Тунисе и уверяют, что большое внимание уделяется безопасности. Но в современном мире никакое внимание и никакое количество звезд не могут дать гарантий. Секьюрити отслеживает любого входящего в гостиницу, но на этот раз, к сожалению, террористы нашли лазейку и проникли в отель по морю. Конечно, к этому никто не был готов. Зло проникло в гостиницу, расположенную в самом красивом месте Суса. Они прибыли на лодке, их было двое. Автомат Калашникова был спрятан в зонтик от солнца. Сначала взорвалась граната, а потом стали убивать людей, открыли огонь по отдыхающим. Отдыхающие в панике разбегались, пытались прятаться в гостиничном лобби, баррикадироваться в номерах. Террористы стреляли им вслед. Один остался у «Империала», другой побежал на пляж соседнего отеля. «Я приехал проведать друга, который здесь работает, и мне сказали подождать на пляже. Я вышел туда, и тут началась стрельба. Террорист палил во все стороны, по людям на шезлонгах. Потом пошел к бассейну. Я увидел, как жена вскочила и побежала, и в этот момент меня ранило в руку. Я отскочил к морю и спрятался в воде, а бандит все стрелял во всех подряд, кого увидит. Один из нападавших был убит в перестрелке с полицией. На его теле обнаружили несработавшее взрывное устройство. Другой поначалу скрылся, но в итоге его удалось даже не ликвидировать, а задержать. Информации о том, кто он, пока нет.
По подозрению в причастности к теракту арестованы некто третий, в чем заключалась его роль, пока тоже непонятно. Среди погибших трое вступивших в бой спецназовцев и много иностранцев. По данным МВД Туниса, это в основном граждане Германии и Великобритании. Именно у них этот курорт пользуется особой популярностью. Есть бельгийцы и, скорее всего, французы. Среди раненых одна россиянка и одна украинка. По предварительной информации, 20 человек получили ранения, в том числе одна гражданка России. Российская дипмиссия в Тунисе в плотной координации с тунисскими МИД и компетентными органами выясняет, были ли еще россияне среди пострадавших. Теплое море и приличный сервис сделали Тунис популярнейшим направлением пляжного отдыха. Много туристов и сейчас, несмотря на то, что в нынешние времена большинство все же выбирают места поспокойнее. Тунис слишком удобная мишень для террористов, особенно выцеливающих иностранцев. С одной стороны, до Европы рукой подать, с другой, страна никак не оправится от экономического кризиса и сопутствующего хаоса. Всего 3 месяца назад в столице произошел не менее громкий теракт. Переодетые в военную форму боевики устроили стрельбу возле входа в парламент, а затем ворвались в расположенный рядом музей, захватив в заложники иностранных туристов. Тогда погибли 20 иностранцев, в том числе россиянка. Были ранены около 50 человек. Ответственность взяло на себя Исламское государство. На следующий день тысячи тунисцев провели впечатляющую акцию, выйдя на демонстрации под лозунгом «Нет терроризму». Они выражали надежду, что подобное никогда не повторится. Повторилось, увы, очень быстро. Павел Матвеев, Ксения Гомонова, Анна Ток, Первый канал. И теперь подробнее о том, что за несколько часов до трагедии на средиземноморском курорте сегодня случилось в исторически связанной с Тунисом Франции. Автомобиль исламистов въехал на территорию завода по производству сжиженного газа на юго-востоке страны и врезался в штабеля баллонов. От взрыва пострадали несколько человек. На месте полиция нашла обезглавленное тело. Эксперты уже проводят параллели с парижскими событиями полугодовой давности в редакции еженедельника «Шарли Эбдо». Андрей Черкасов продолжит тему. Новый теракт радикальных исламистов произошел на этот раз в городе Сен-Кантен-Фалафье, департамента Изер. Это в получасе езды к юго-востоку от Лиона. Около 10 утра автомобиль протаранил ворота предприятия по производству сжиженного газа и врезался в складированные на улице газовые баллоны. Произошел взрыв, но не сильный, предприятие не пострадало. Осознав, что теракт идет не по плану, нападавший попытался руками открыть вентиль одного из баллонов. В этот момент на него набросился пожарный. Он нейтрализовал террориста, которому до этого все же удалось ранить 2 сотрудников предприятия, а также убить и обезглавить еще одного. Погибший был местным предпринимателем и, вероятнее всего, начальником компании, где работал убийца. Явно бравируя своей жестокостью, преступник водрузил голову жертвы на заводской забор. Судя по всему, он убил и обезглавил этого человека ранее, а к проходной тело доставил на его же автомобиле. Случайная машина не может въехать на территорию завода, ей просто не дадут проехать. Это была служебная машина, у которой был допуск на территорию. Там же у проходной был найден флаг с исламистскими лозунгами. Задержанный отказывается сотрудничать с полицией, но его личность уже установлена. Его зовут Ясин Сали. Этот человек находился в так называемом файле S. Это список лиц, у которых предположительно есть связи с радикальными экстремистами. В поле нашего зрения он попал в 2006 году. Нам было известно, что он связан с салафитами, но уголовных преступлений за ним не числилось, поэтому спецслужбы не получали на его счет особых указаний. Террористу 35 лет, житель Лиона, у него жена и 3 детей. Новость о подозреваемом разлетелась по информационным выпускам национальных теле- и радиостанций. Редакции радио «Европа-1» удалось пообщаться с женой главного подозреваемого. Утром он сказал, что идет на работу, где-то в 7 утра. Где он работает, мадам? Он курьер. Вчера, когда он вернулся домой, все было нормально, все как обычно. Сегодня он ушел работать, на обед не пришел. Я ждала его к вечеру, когда мне позвонили и сказали, включи новости. Я не понимаю, что происходит. Вы не думали, что он планирует что-то подобное? Нет, в новостях сказали, что это теракт. Не понимаю, у нас была обычная семейная жизнь, ни о чем подобном он не говорил. Обычная семья. Вы можете сами приехать и посмотреть. После этого интервью у двери ее дома уже стояли наряды полиции и спецназа. Жену арестовали, детей забрали службы опеки. Всего задержано 4 человека. Один из них, по словам полиции, точно помогал террористу. Территория завода оцеплена. Президент Франсуа Оланд в момент атаки находился в Брюсселе, но срочно вернулся в Париж и собрал в Елисейском дворце Совет по обороне и безопасности. Я собрал совет, чтобы изучить всю информацию, имеющуюся на этот счет, и определить, какие меры надо принять для обеспечения безопасности граждан. Один человек зверски убит, 2 пострадали, террористы пытались взорвать завод.
Правосудие решит, чего заслуживают люди, несущие за это ответственность. Я благодарю отважного пожарного, который задержал преступника. А нам надо выяснить, были ли у него еще сообщники. Во всем регионе мы вводим максимальный уровень террористической угрозы. Под контроль берем все. Промышленные зоны, железнодорожные станции, места скопления людей. Прошу каждого сохранять спокойствие и быть ответственным. Все помнят бойню в редакции журнала «Шарли Эбдо» в начале января и захват магазина кошерных продуктов у Винсенских ворот. Тогда погибли 17 человек. Жертв сегодняшней атаки могло быть и больше, если бы сдетонировали газохранилище. На это, видимо, и был расчет. Власти опасаются, что после этого теракта могут последовать и другие. Так что режим чрезвычайной ситуации введен на промышленных предприятиях не только региона, где произошел взрыв, но и по всей стране. На улицы крупных городов, включая столицу, выходят дополнительные подразделения полиции. «Черная пятница» – так этот день уже называют во Франции. Андрей Черкасов, Сергей Мухин и Григорий Емельянов. Первый канал. Париж. Другим новостям. Все дома для погорельцев в Хакасии должны быть сданы в срок. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на совещании, которое состоялось по результатам проверки строительства жилья для людей, оставшихся без крова. Минувшей весной пожары уничтожили сотни домов. То, как идет восстановление, президент сегодня оценил лично. Репортаж Дмитрия Толмачева. Ход строительства жилья для погорельцев в Хакасии Владимир Путин сначала оценил с воздуха. В поселке Усть-Бюр в 100 километрах от Абакана пожаром были уничтожены и повреждены более 70 частных подворий. Выгорели сразу несколько улиц. Для того, чтобы оценить масштаб бедствия, Владимир Путин уже приезжал в республику 2 месяца назад. Сегодня на встрече с жителями президент поинтересовался, как работы по восстановлению оценивают они сами. Проекты хорошие, все обещают, что будет теплое, комфортное. Ну, я думаю, что будем жить. Спасибо большое. Замечания есть какие-то? Ну, собственно говоря, нет. У вас сколько детей? Вообще у нас четверо, но старший уже с нами не живет, трое детей, но с нами. Многодетные семьи не вписываются в метраж, да? Да, есть такое. Да. Сколько у нас максимально? 72. Независимо, сколько было. Независимо от количества детей. Да. Но мы увеличим этот метраж для многодетных семей. Тем, чтобы на каждого ребенка приходилось определенное количество метров. Речь на встрече зашла и о судьбе местных предпринимателей, которым в ходе пожаров был нанесен значительный ущерб. Я погорелец, предприниматель. Говорят, компенсацию должны выплачивать. А у вас какое хозяйство? Я лесом занимался, лес пилил. У меня пилорама сгорела, лес сгорел, техника. Только физическим лицам мы компенсируем затраты, а юридические лица должны быть застрахованы. Ну, подумаем по поводу индивидуального предпринимателя, по-моему, предприятия. Ну, посмотрите, какой это объем. Уже позже на совещании Путин дал поручение. Финансовая помощь должна быть оказана. Для государства это небольшие деньги, а для людей серьезный вопрос. Особого внимания, по мнению президента, требует помощь многодетным семьям и погорельцам, которые опекают приемных детей. Мы сегодня с председателем правительства об этом разговаривали. Нужно внести будет поправки в постановление правительства от апреля текущего года. Какие поправки? Первое, что касается семей, где есть дети, взятые под опеку. Им на них нужно распространить право на получение дополнительных метров жилой площади без оформления на них права собственности, с тем, чтобы эти дети, когда они достигнут совершеннолетия, не потеряли право на приобретение собственного жилья. Что касается многодетных семей, то они по количеству детей не вписываются в общий метраж максимальный, который предусмотрен постановлением правительства, 72 метра. Нужно расширить эти возможности для многодетных семей. В результате апрельских пожаров сразу в нескольких регионах Сибири огнем были уничтожены около 2000 домовладений. Но именно по Хакасии стихия нанесла самый сильный удар. Пострадавшими здесь были признаны свыше 6000 человек. Самый большой вопрос, кто из них может претендовать на новое жилье от государства. Часть пострадавших отстаивает это право в суде. Далеко не у всех дома были оформлены в собственность. У многих документы сгорели вместе со всем имуществом. Владимир Путин призвал местные власти разобраться в каждом отдельном случае и внимательно отнестись к проблемам пострадавших. Я прошу местные и региональные власти действовать предельно собранно и ответственно. В том числе нужно четко определиться с объемами строительства, ускорить подготовку проектно-сметной документации, наладить строгий контроль за качеством возводимого жилья. И еще там, где это необходимо, следует организовать консультативную помощь для граждан, помочь им с оформлением документов с исковыми заявлениями. Важно вникать
в каждую конкретную ситуацию и четко реагировать на нужды людей. Для тех, у кого проблем с документами не возникло, дома уже почти готовы. Где-то рабочие уже завершают кровлю. Некоторые из погорельцев решили строиться на новом месте. Для них на окраинах пострадавших поселков разбили отдельные участки. Внешние стены из бетонных панелей, внутренние из пеноблоков. Внизу большой подвал для системы отопления. Этот дом площадью 44 квадратных метра рассчитан на семью из двух человек. Для тех погорельцев из поселка Новокурск, которые решили сменить место жительства, таких домов уже целая улица. Но вместе с тем на десятках объектов работы ведутся с отставанием от графика. Ситуация, конечно, серьезная, потому что в свое время не были до конца оформлены документы на домовладение. Значит, мы подняли сейчас вот учетные карточки еще совхоза, значит, 71-го года, для того, чтобы можно было в судах вот людям доказать количество, вот, площадь вот домов, которые необходимо построить. Мы там поменяли подрядчика, потому что тоже ни меня, ни людей не устраивали, значит, сроки выполнения работ. Значит, зашел новый генподрядчик, зашел новый субподрядчик. Вот давайте так посерьезнее к этому отнеслись. Одних поменяли, других поменяли. Нужно выбрать тех, кто в состоянии решать задачи. А что касается людей, то это часто так бывает, что документы не оформлены. Ну, конечно, это не очень хорошо, но все равно людям надо помочь. Я понимаю, что это не входит напрямую в круг ваших служебных обязанностей, но ситуация чрезвычайная. Нужно это сделать. Договорились? Да, будем делать. И быстрее, только быстрее и качественно. Несмотря на все трудности, сроки восстановительных работ остаются неизменными. Жилье для погорельцев должно быть построено к сентябрю. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Ткаченко, Кирилл Зотов. Первый канал. Хакасия. Во время совещания в Хакасии глава государства затронул тему ликвидации последствий наводнения на Черноморском побережье Кавказа. Президент сообщил, что жителям Сочи будет оказана дополнительная финансовая поддержка. В то же время, по словам Путина, прежде чем деньги поступят в регион, власти должны определить масштабы финансовой помощи, в том числе аграрному сектору. Если потребуется дополнительная помощь, в том числе и федерального уровня, мы, конечно, ее окажем. Нужно внимательно сейчас оценить. Кстати, если там нанесено какой-то ущерб сельхозпредприятиям, тоже обратите внимание на это уже как министр. Ну, а с коллегами мы поговорим по оказанию помощи людям, жилье которых пострадало в ходе этого наводнения. Тем временем в Сочи сегодня вечером объявлено штормовое предупреждение. Однако, по словам синоптиков, новая порция осадков не будет такой критической. Большинство жителей курорта уже вернулось в свои дома. Теперь главная задача – освободить дороги, жилье от воды и нанесенного мусора. Иван Прозоров продолжит тему. В Сочи сегодня с борта вертолета. Хорошо видно, большая вода ушла, но много дворов до сих пор подтоплено. В них возвращаются горожане и не узнают свои дома. Идите, посмотрите. Вот так выглядит наша комната. Вот собачку, которую спасли добрые люди. 16 лет. Там, где вчера были грязные озера, теперь размытые фундаменты, дороги, снесенные деревья и опоры электропередачи. Так сейчас выглядит прибрежная зона. Полуметровый слой ила, глины. Не пройти. К дому не пройти. Кое-как вчера дочка прошла в дом, там мебель. Вот так все, холодильники перевернуты, ну, страшно. Тонны грязи и мусора убирают спасатели, коммунальщики, сотрудники сочинской администрации, волонтеры. Более 2500 человек. В дома сочинцев постепенно возвращают подачу воды, газа и электричества. Накануне энергетикам пришлось обесточить одну из затопленных подстанций. Сегодня же удалось снять и транспортную блокаду курорта. В настоящее время обстановка стабилизировалась, осадки прекратились. Уровни рек вошли в свои естественные русла. Железнодорожный вокзал станции Адлер и аэропорт Адлер работают в штатном режиме. Задержек по прилету, улету и движению поездов нет. В гидрометцентре сообщили, это был самый сильный ливень в Сочи за всю историю метеонаблюдений. За сутки выпали 2 месячные нормы осадков. В течение 10 минут вода поднялась, и все. Кто смог, кто-то убежал, кто-то остался возле машины. В Адлерском районе вода поднималась до 1,5 метров. Ночью там обнаружили тело мужчины. Он умер от удара током, сообщили в МЧС. Всего же из заблокированных домов и машин удалось спасти больше 1000 человек, почти 300 из которых дети. Сотрудники ОМОНа вывозили людей на БТРах. Сочинские полицейские на руках выносили горожан из затопленного перехода. А сотрудники МЧС в самых пострадавших районах все еще перевозят людей на лодках.
В Роспотребнадзоре теперь следят за санитарной обстановкой в городе. Питьевую воду дополнительно обеззараживают. Медики готовятся делать профилактические прививки, а магазины и кафе, попавшие в зону наводнения, проходят дезинфекцию. В городе стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Если будет проведен весь комплекс мероприятий, вот этих профилактических, то будет предотвращено возможные осложнения и возникновение инфекционных заболеваний. Ливень подтопил почти 800 домов. Во многие из них сочинцы пока не могут вернуться. В пунктах временного размещения им оказывают медицинскую помощь, привозят продукты и одежду. Местные власти объявили, что все пострадавшие получат единовременное пособие 10 тысяч рублей. Тем, кто потерял все имущество, перечислят еще 100 тысяч. Если частично, то 50 на каждого члена семьи. Будет решаться вопрос и о возможном переселении из наиболее пострадавших зданий. Соседи помогают, друзья пришли помогать. А что больше? Это стихийное бедствие. Несмотря на потоп, туристы продолжают прибывать в город. Власти пообещали вернуть Сочи к его привычной жизни за сутки и провести в воскресенье запланированный этап Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде. Впрочем, синоптики на выходные опять прогнозируют ливни, которые могут дойти и до Анапы. Что же касается главных спортивных объектов, олимпийских сооружений и трассы Формулы-1, то они от наводнения не пострадали. Иван Прозоров, Алия Рябжанов, Леся Трофимович и Сергей Деев. Первый канал. К теме погоды вернемся в этом эфире. Будет включение из гидрометцентра. Есть на что обратить внимание в прогнозе на выходные. А пока еще о событиях пятницы. Владимир Путин провел телефонный разговор с Бараком Обамой. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и США обсудили широкий круг вопросов, в том числе украинский кризис, и условились о новых дипломатических контактах, направленных на выполнение Минского мирного плана. Путин разъяснил Обаме, что заблуждение повторять, будто на Украине есть российские войска, добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, разговор в целом был продолжительным и конструктивным. Лидеры привержены диалогу. В Киеве сегодня одобрены поправки в Конституцию Украины о децентрализации власти. Уже известно, что в них ничего не говорится об особом статусе для неподконтрольных Украине районов Донбасса. Лишь сказано, что он, статус, будет определен специальным законом. Такой, напомню, уже был, но не работал. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках уже заявили сегодня, что поправок с ними не обсуждали, хотя механизм консультации и был предусмотрен в Минске в договоренностях от 12 февраля. Более предметно о тексте можно будет говорить на следующей неделе. Он тогда должен оказаться на рассмотрении в Верховной Раде. Политическая реформа, напомню, не единственный пункт Минского плана. В Донбассе настаивают на снятии социально-экономической блокады, которую усугубил введенный в январе украинскими властями пропускной режим. Его в действии на месте увидел Клим Санаткин. На украинском блокпосту в Артемовске очередь из машин уходит за горизонт. В многокилометровых пробках люди простаивают часами, а иногда и сутками. Со вчерашнего дня в 12 поехали, не успели доехать. Ночевали на заправке. Там машин сейчас, машин 500, 700, я не знаю сколько там. Ну, ужас. Сознание так теряют, с детьми плачут, инвалиды. Ну, я не знаю, такого еще не, такого, как сегодня, вчера, я еще не видел. Людей было много. И пешки стоять. Да. Мы по три шага делали только вперед. И то не отстоим полчаса, если не больше. Тогда только шаг вперед. Еще несколько недель назад в самопровозглашенных республиках было 6 пропускных пунктов с Украиной. 4 в ДНР и 2 в ЛНР. Остался один. Остальные украинская сторона закрыла без объяснения причин. Эта трасса между Горловкой и Артемовском сейчас, по сути, единственная возможность для жителей Юго-Востока попасть на территорию Украины. Для начала им нужно пройти крайний блокпост со стороны Донецкой Народной Республики. Осмотр занимает буквально считанные минуты, после чего через 2,5 километра уже украинский КПП. Люди, по сути, едут на удачу, потому что они до конца не знают, пройдут границу или нет. Ужесточили и досмотр. Теперь провести с собой можно не больше 50 килограммов продуктов, товаров и лекарств на сумму не более 5000 гривен и обязательно с чеками. Но главное, закрыто прямое автобусное сообщение. С пересадками приходится ехать женщинам с детьми и пенсионерам. Даже при наличии обязательного пропуска они знают, долгие часы ожидания могут быть потрачены впустую. Только лишь на легковом транспорте или же на каком-то можно доехать до блокпоста, потом остановиться, перейти какое-то расстояние и на другой автобус пересесть. Идем как бы наугад на авось. Авось повезет. Многие жители отрезаны от своих близких, не видят их неделями. Эдуард просит не показывать лицо. В Волновахе, сообщение с которой сейчас закрыто, у него осталось 2 детей. Как вывести их обратно, не знает. Мы собирались завтра ехать, и после стрельбы трассу, говорят, закрыли.
вряд ли поедем, не сможем. Со стороны ДНР вообще подошли, паспорт показал и поехал. Все. Ну, машину могут заглянуть, багажник, чтобы ничего не везли такого. Украинская сторона заявила о введении электронных пропусков. Они якобы должны ускорить проход. Правда, эта система еще не работает. Но, как говорят жители, хорошо работает другая. Вопрос тщательных досмотров и многокилометровых очередей решается гривной, неофициально. Поэтому накануне в Киеве сотни людей вышли на митинг против такой транспортной блокады Донбасса. Это только коррупция, поборы сплошные. Но при этом, кто хочет причинить вред стране, он проедет без проблем. Тем временем жители Юго-Востока по-прежнему вынуждены пользоваться бумажными пропусками. Однако получить их не так уж просто. За документом, позволяющим выехать на территорию Украины, необходимо ехать на территорию Украины. В поселок Новоселовка. Единственное место выдачи таких удостоверений. Клим Санаткин, Игорь Крицков, Тимофей Генералов, Рушан Умяров и Анна Заякина. Первый канал. Донецкая область. Российские контрмеры, принятые в ответ на западные санкции, должны стать мощным стимулом для развития отечественного сельского хозяйства. Об этом Дмитрий Медведев заявил во время встречи с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Премьер отметил, что у региона большой аграрный потенциал. В свою очередь Абдулатипов подчеркнул, что экономические успехи Дагестана благотворно влияют в целом на обстановку в республике. За 2,5 года и при поддержке президента, при вашей поддержке нам удалось стабилизировать ситуацию в определенной степени. 2014 год, мы первый год прожили без террористических актов. По динамике развития экономики, индекса промышленного развития, сбору налогов мы находимся в первой десятке среди субъектов Российской Федерации. Очень важно, на мой взгляд, воспользоваться теми возможностями, которые в настоящий момент открываются в связи с тем, что мы продолжили ограничения на ввоз иностранной продукции из Евросоюза, из некоторых других стран. Дагестан — место очень благодатное. У вас и прекрасные возможности для садоводства, для овощеводства. Эти мощности нужно наращивать. Теперь подробности задержания подозреваемого в госизмене и шпионаже. ФСБ сегодня раскрыло детали операции в Калининградской области. Гражданин Литвы, имеющий и российский паспорт, 38-летний Евгений Матайтис, по данным спецслужб, собирал сведения о вооруженных силах нашей страны по заданию литовской военной разведки. Речь об информации, утечка которой за рубеж, как сказано, могла нанести серьезный ущерб обороноспособности России. Задержание произошло в городе Советске. Суд подозреваемого арестовал. Это уже второй подобный случай за последнее время. В конце мая ФСБ сообщила об аресте сотрудника литовской разведки, которого взяли с поличным при передаче секретной информации. Из столицы Чеченской Республики пришла информация об успешной спецоперации против боевиков, причастных к попытке совершить теракт в Грозном в прошлом году. Двое предполагаемых членов банды укрылись в частном доме и были окружены. На предложение сдаться открыли огонь, ранив двоих сотрудников МВД. В результате штурма боевики уничтожены, их личности установлены. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что они неоднократно участвовали в нападениях на сотрудников правоохранительных органов. В Нефтеюганске сегодня вспоминали первого всенародно избранного мэра Владимира Петухова. Он был убит в 98-м. Стреляли в градоначальника в момент, когда он подходил к месту работы. Днем у памятника Петухова на центральной площади города состоялся траурный митинг. 17 лет назад это убийство вызвало широкий общественный резонанс. Следствие установило, преступление было совершено по заказу Леонида Невзлина, одного из основных акционеров ЮКОСа. Конфликт с Петуховым возник из-за распределения налогов нефтяной компании. Мэр требовал, чтобы они платились в городской бюджет. Шеф службы безопасности главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Алексей Пичугин был признан организатором убийства. Он отбывает пожизненный срок. Что касается Невзлина, от российского правосудия он скрывается в Израиле. Новое скандальное дело об убийстве полицейскими безоружного афроамериканца расследует в штате Мэриленд. Все произошло в одном из пригородов Балтимора. Наряд ворвался в частный дом после звонка соседей о громких криках. Как заявили офицеры, им показалось, что хозяин жилища, 41-летний Спенсер Ли Маккейн, вооружен. Это и стало поводом тому, чтобы открыть огонь на поражение. Позже выяснилось, оружия у Маккейна не было, от полученных ранений он скончался в больнице. На время разбирательства трое стрелявших офицеров отправлены в административный отпуск. Это далеко не первый случай, когда полицейские убивают безоружных темнокожих. Самый резонансный — в городе Фергюсон в августе прошлого года. Тогда был застрелен 18-летний Майкл Браун. После этого начались массовые беспорядки.
Ситуацию с правами человека в США подвергли критике правозащитники из международной организации Amnesty International. Речь шла и о полицейском насилии, и о пытках в секретных тюрьмах, и о других эпизодах. Руководство США обвинили в демагогии и двуличии. В тот же день с критикой на Америку обрушился еще и Китай. В своем докладе власти КНР обратили внимание на проявление расовой дискриминации, бесконтрольное распространение оружия и тотальную слежку. Пекин упомянул, что при этом США, цитата, продолжают нарушать права человека в других странах во все более бесцеремонной манере. Показательно, что оба документа увидели свет одновременно с докладом американского Госдепартамента о правах человека в мире. В нем США раздали свои оценки другим странам, в том числе подвергли критике России, но о собственных проблемах не сказали ни слова. В столице сегодня вечером объявлены победители Московского кинофестиваля. За неделю, пока продолжался смотр киносеанса, где демонстрировались ленты конкурсной программы, посетили более 55 тысяч человек. О том, кому достался главный приз фестиваля «Золотой Георгий», узнаем у нашего корреспондента Яны Подзюбан. Она сейчас находится в Театре России. Яна, здравствуйте, вам слово. Церемония закрытия Московского кинофестиваля началась с большим опозданием. Почти в час имя главного героя ждали с нетерпением. Единогласное решение жюри. Лучший фильм 37-го Московского кинофестиваля «Лузеры» болгарского режиссера Ивайла Христофа. Это картина о вечном. Подростковый бунт, взросление, камерная школьная история в черно-белых тонах. Таким же скромным, но искренним был режиссер на сцене. В Болгарии есть такое выражение: «Пусть тебе везет так, чтобы ты шел по воде». Когда мы приехали на показ фильма, в Москве шел такой сильный дождь, что улица Арбат была похожа на реку. И кто-то из моей съемочной группы сказал: «Нам повезет, здесь так много воды». Но началась церемония, как и весь старейший московский кинофестиваль, с имени Сергея Эйзенштейна, первый председатель жюри. Снял фильм, который до сих пор кинокритики считают лучшим, «Броненосец Потемкин», 90 лет назад. Сразу после исторической части вручали практически сразу главные награды. Елена Лядова получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Орлеан». На победу отреагировала скромной улыбкой. Первые поздравления трогательные. Это неожиданно. Большое спасибо. За лучшую мужскую роль приз получил казахский актер Эльнебулан Даиров. Получал за него приз на сцене режиссер. Наш фильм снялся абсолютно без бюджета, и тем более актер играл бесплатно. Согласитесь, это очень сложно. Особенная поэзия в кино Ирины Евсеевой. Как и предполагали кинокритики, живописная кинокартина ручной работы, так и режиссеры говорят коллеги, получила специальный приз. Зал встал, когда зазвучала музыка композитора Джеймса Хорнера. Он погиб несколько дней назад в авиакатастрофе. Его музыка звучит и в фильме «Жан-Жак Анно». «Тотем Волка» картина открывала фестиваль. Джеймс Хорнер был моим близким другом, и я был настолько тронут, увидев его лицо на экране. За несколько дней до его гибели мы списывались, и для меня огромная честь, что мы встали в память о нем. Лучшим режиссером стал Федерике Асте за фильм «Росита». Дания. Филиппинка приезжает работать в датскую семью. Ее встречает одинокий глава семейства и его сын. Любовный треугольник здесь для режиссера как способ раскрыть социальные проблемы. Вообще больше половины конкурсной программы посвящено проблемам молодежи. Почти в каждом дне кинопоказам. В этом году фестиваль был на 2 дня короче, но успели показать почти 300 картин. Когда мы знаем, что для того, чтобы сюда приехать, наши коллеги, наши друзья, члены кинематографической семьи мировой не боятся, что о них кто бы то ни было скажет, а приезжают сюда, потому что они независимы и храбры, каким должен быть любой настоящий художник. Мы возвращаем эту цепь, изготовленную, кстати говоря. Как у Анно, правда, уже после того, как лишили символа власти. «Серебряный лучник» стал для него наградой неожиданной и приятной. В этом признался режиссер со сцены. Сейчас небольшой перерыв. Гости поздравляют победителя, обсуждают церемонию. Шумно как в фойе кинозала, так и перед кинозалом. Красная ковровая дорожка превратилась в такую импровизированную зону чествования победителей. Впереди просмотр фильма «Закрытие Московского фестиваля». На этот раз это итальянский режиссер Серджио Кастеллитто. «Никто не спасется в одиночку». Фильм о том, как каждому нужна любовь. Красивое завершение большого праздника. Яна Подзюбан в прямом эфире. В Москве завершается международный кинофестиваль. А теперь дополним картину дня прогнозом погоды на выходные. С нами на связи из гидрометцентра дежурный синоптик Людмила Паршина. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий.
Но центр России в ожидании обширного циклона. Насколько он будет мощным? Мощным. За выходные выпадет около месячной нормы осадков, местами и более. Ливни будут сопровождаться градом, грозами и порывистым ветром. Опять под ударом стихии окажутся пострадавшие от сильных ливней Курской и Липецкой области, не говоря уже о всех остальных. В субботу сильные дожди прогнозируются на большей части центрального региона. На западе похолодает до 16-23, а на востоке, в Ивановской, Рязанской и Владимирской областях, до 30 градусов жары. В воскресенье опять ливни, грозы, град и порывистый ветер. А этот сильный ветер разве не поможет побыстрее прогнать циклон? Не только не прогонит, а позволит сильным дождям распространиться до северо-запада. В субботу они пройдут на востоке Ленинградской области и Карелии, возможно, с грозами. Оба дня прохладно, 17-22 градуса. Калининградская область в стороне от осадков с небольшим потеплением, в воскресенье 19-24. Непогода разыграется и в северных регионах. Один из южных циклонов пройдет через Архангельскую и Вологодскую области, в воскресенье через республику Коми и Ненецкий округ. Там тоже дожди усилятся и будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Температура 18-23 градуса. В субботу еще жарко в Вологодской области, местами в Архангельской области и в южных районах Коми. Без осадков где-то обойдется? Относительно без осадков в Поволжье. В последние июньские выходные днем 28-33 градуса. В Саратовской и Оренбургской областях до 39. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах и на торфяниках. Теперь переместимся на юг. Черноморское побережье накануне сильно пострадало от ненасти. Там погода улучшится? На юге после ненастья погода пока не налаживается. Сегодня вечером в Краснодарском крае, включая Черноморское побережье, от Анапы до Шипси, а также в Ставропольском крае ливни. Завтра в отдельных районах Южного и Северокавказского округов. В воскресенье опять на большей части этих регионов сильные дожди, грозы и град. Ветер до 28 метров в секунду. Но погода жаркая, 25-30 градусов, в Нижнем Поволжье 34-39. В Крыму осадки небольшие, кратковременные, днем 21-26 градусов. Людмила, и подробнее о погоде в двух столицах с учетом похолодания. В Санкт-Петербурге прохладно, ночью 11-13 градусов, днем в субботу 17-19. В воскресенье до 21 градуса, в субботу пройдет кратковременный дождь. В Москве выходные с сильными ливнями, грозами и похолоданием. В субботу ночью 16-18 градусов, днем 22-24, в ночь на воскресенье 13-15, днем 17-19. Людмила, если можно коротко, когда вернется лето? Прохладная погода простоит недолго, уже со вторника вернется лето, днем 20-25 градусов, не будет и сильных дождей, но вероятность небольших осадков сохраняется. Прогноз погоды на выходные нам представила Людмила Паршина. На этом у меня все. Сейчас музыкальное шоу «Три аккорда». А я желаю вам всего доброго, хороших выходных.